Мюнхене впервые после 2 лет пандемии пройдет самый знаменитый праздник пива – Октоберфест. Но войти смогут не все и не совсем. Так, большие рюкзаки и сумки на фестивале запрещены. С собой можно взять сумку объемом до 3 литров или 25 сантиметров в длину. Не будет на Октоберфесте и стеклянных бутылок. Охранники на входе будут проверять сумки и оставлять на них наклейки и проверки безопасности. Все вспомогательные средства передвижения также будут внимательно осматриваться. Лайма Вайкуля примет участие в юбилейной ярмарке. Все свои хиты артистка исполнит уже 1 и 2 октября в Бад Зальцуфлене, где и состоится уникальное событие культурной жизни Германии. Ярмарка позволяет русскоязычным соотечественникам окунуться в родную культуру и традиции, вживую увидеть и услышать звезд мировой эстрады, приобрести уникальные товары, отведать блюда кухонь народов мира и просто хорошо провести время. Приобрести билеты на ярмарку вы можете на сайте yarmarka.de. К другим темам. Немецким компаниям придется вести тщательный учет рабочего времени своих сотрудников. Такое решение принял Федеральный суд Германии, однако юристы называют его взрывоопасным. Компании, которые выстроили свою работу на доверительных условиях, практикуют дистанционную модель и домашний офис, теперь будут вынуждены вести строгий контроль над сотрудниками, что полностью меняет направленность. Энергетический кризис повлиял на бассейны Германии. Решено отказаться от нагрева открытых бассейнов, а также снизить температуру воды в спортивных и учебных бассейнах максимум до 26 градусов. Однако немецкое общество спасателей заявляет, что на практике холодная вода мешает обучению плаванию новичков, особенно детей. Цены в бассейнах в связи с кризисом также вырастут.